сейчас я тут подумал, решил. Сейчас мы отсюда заберем грузик небольшой. Я даже уже знаю, какой и куда мы повезем официально. Вот этот. Нет, это тоже можно. Мы возьмем вот этот груз сейчас. У нас опять денег мало, блин. Тут ехать недалеко. Так что я думаю, он будет сейчас туда сплять. Здесь уже. Ну, Петрович, что он будет? Посмотрим состояние тягача нашего. Это еще можно на 20% отремонтировать, но это под замену, конечно, то есть у нас уже немножко подносился наш автомобиль. Блин, 25 кусков нам не найти нафиг. То есть 27 тысяч нам идет найти. Блин, а где найти 27 тысяч? Нам вопрос. Ладно.
очень прикольно, если я не помню разных компьютеров. Раньше, по-моему, этих самых. Ну, грузовики. Ой, грузовики, говорю, гаражи можно было купить. Ну, точнее, не купить. Ну, купить и сейчас. И раньше, и сейчас можно. Сейчас я смотрю, просто карта. Я в том плане, что изначально гараж у нас уже был с двумя местами, минус наши. То есть два грузовичка и двух нанятых можно было бы сделать. А сейчас только одно место. Я считаю, это не очень-то удобно и не очень справедливо. Тогда апгрейд бы сделали бы дешевле. То есть получается мы сейчас потратим 1800 баксов евро. Точнее, да? И откроется только два места. Но это будет нечто интересное. Кто со мной согласен, распишите в комментариях, оставьте. Если мы с прокачкой откроем весь гараж, то это будет круто в эту сумму. А если только два места, ну точнее три. Точнее два, да. То есть два останется. Там уже пять мест. Вот. Это не очень что-то интересное было, так что давайте сейчас быстренько довозим. Вот я чух, что надо было тогда в действительности смотреть из одной базы города в другую, в этом же городе возить так несколько раз можно было в действительности. Сейчас мы на такие грузы будем перевозираться. И сейчас будет тоже такой же грузик, то мы его возьмем. То есть они дешевле, хоть они дешевле будут, но они немножко выгодны сейчас. Вот это будем учиться своих ошибок. Так что вот так вот, ребята. Так что эта игра становится интереснее. Все-таки было бы круто, если бы как-то визуально были повреждения грузовиков. Но только за счет модов можно сделать. Я считаю, лучше бы разработчики сделали бы грузовики не лицензионные, а абы как бы похожие на машины. Сделали бы модель повреждений более детализированную. А не так уж, что там машина как с завода, а просто движок периодически вылохнет. Так что вот так вот, ребята. Ну, то, что это лицензионное, тоже прикольно, конечно. Как дает какое-то понимание, чувство. Настоящим грузовики еще не на какой-то винтик подобие мана там как будто в дальнобойщику. Во-вторых, там же машины как бы не настоящие были, а прототипы. Ну то есть я имею в виду, что ну вы поняли, о чем я говорю, поняли, что я нам уши его пропустил. Да. Так что давай команда. Блять, всякий столкнулся, извини, братишка. Но не хотел я в него врезаться. Хотел в зеркало посмотреть. На фритреке поискать, короче. Кто знает, что такое фритрек, ребят? Объясню. Это, короче, хрень, которая позволяет еще и головы, и камера. А еще спать персонаж захватить, шикарно. Ну, сейчас зайдемся тут.
и разворот. А, кстати, вот. А, у нас она есть. Сейчас посмотрим, что у нас еще по грузам. Ну, фиксим, пусть не отправим будет. Еще 2000 на сожалеть. Я пока ехал уже, блин, 8 уровень. А давайте посмотрим, что нам эта база предложит. Может, что-нибудь в обратном направлении будет. В принципе, давайте. Давайте я еще груз возьмем. И в принципе, сюда надо куда ехать, я его как раз сюда. Фу, на следующий раз везем. Как раз развернемся, можно будет типа здесь ехать поспать. Это сюда мы, наверное, не доедем. Смотрите, у нас 30%, тут 29%. Интересно, что вот это означает. Знаем бы, что вот это все означает. Хорошо бы оно поскорее перевелось бы, ребят. Нам бы как раз оказалось, в принципе, у нас еще в хорошем состоянии. Ну, скажу, что уже совсем в плохом. Если так сделать, да, ребят, у нас 60 000 все ходит. Здесь еще почти 100 000. Тягач будет в нормальном состоянии у нас. И прицеп. Смотрите, у нас немножко поршневая, видимо, повредилась, незначительно. Нам бы вот диски, я так думаю, что... Ну, короче, ладно, повезли. Если будем короткометражки делать, ребята. Как вам такое, пишите в комментах, короче. Блять, не посмотрю, конечно, не ладно. Почему с тобой посмотрим? Сейчас. А тут ехать 3 минуты. И сколько?
шестерка, если не ошибаюсь. Ой. Алло. Час езды как раз. 120. Интересно, почему 120 километров. Ладно. Сейчас это сюда заедем. Здесь остановимся. И отсюда следующую серию начнем. Так что, ряд с вас лайк, подписочка. Комментарий. Вот. Здесь монитор, по-моему, дальше. Значит, в настройках посмотрю, как это изменить. Нужно же здесь я только приблизить, чтобы она максимально близко все показывала. И, кстати, ряд я до сих пор эти гайки не заправил. Так, извините, не сойдет. Парень. Метод был. Ну, столба у меня рядом и мотор. Мотор-то у нас не справлен просто. Ой, так сейчас я тут ловушку загнал. Блин. Блин. Привык отсюда. Блин, я понял, что за мной. Думаю, что там можно проехать. Там что еще у нас? Сейчас сюда мы их проедем. Немножко покажу мы проедем. Тут тоже где-то есть. Поехали кого-то. Давайте сейчас развернемся и на этом.
Если там мы остановимся пока. Так что скроемся. Давайте пока помолчаря там продолжаем с вами. Что записка опять? Так, нам еще собрать куда ехать нам. Здесь нормальная запись. Сейчас посмотрю, если нормально будет. Нормально, а нет так. Ехать, а не далеко. Там по деньгам тоже забыл. А, 2000. Ладно, 3000 дадим. А, сейчас будем, короче, игру забрать, которая этот самый. Недалеко. Так что, ребята, не 90 км в час будет, но около 73, в принципе, нормально. Ладно. Тут через несколько полос, ребят, не забывайте эти игры. В игре можно и не по правилам ездить иногда.
из-за этого ничего не будет, а в жизни все равно лучше правила не нарушать. Я говорю, в игре ты врезался, и ничего с тобой не будет, не умрешь. Ну, виртуальный штраф получишь, все, за это, за столкновение. И все. А в жизни можно и калекой стать. Так что, как бы, не надо сравнивать, как я езжу, если вы играете, если вы будете настоящую машину или еще что-то. Так что, вот так вот, ребята. И уж сравнивать руль с рулем не надо. На руле немножко сложно, чуть-чуть труднее играть, чем на клаве, но и легче. Так что вот так вот, ребята. Хорошо, я что-то форсаю. Блин, стой. Блин. Там немножко остался, да? А я остался совсем чуть-чуть. Да. Сейчас посмотрим, если будет в этот же город, то повезем. Будем короткометражки видеть, что ли. Чтобы быстрее нам деньги накрутили на день, на ремонт автомобиля. Далее, дальше, не понятно. А, дальше. Угу. Угу. О, завелась. Запустился еще двигатель. С большим вылетом поезда. А если не регулируем, что можно. Можно уже опускать стекло, чтобы нам удобнее было поворачивать. Чпынк. Такс. О, мотор завелся, замечательно. Нет, работает, я думаю, заглох. На машину крукает, ну пока еду, пока жива еще. Ну конечно рискованно на такой машине ездить, это в реальности, конечно, с такой даже на штраф можно получить в реальности. Ну, оп, ну будем слушать, нормально здесь запарковались, так полуидеально. Блин,
знакомый. Надо это бесит немножко, что он включается, то включается, блин. Ну и сейчас получаем. Сейчас мы еще один рейсик возьмем. Ну это уже следующий рейсик возьмем. Давайте посмотрим, что есть. О, есть ряд шины. Их мы, наверное, повезем. Да, шины, наверное, возьмем, блин. Шины сам придет. В чем разница? Тут потом нужно это машинное, это авиационная шина. Мотоциклетные шины, конечно, автомобильные шины повезем. 180 километров, 4000, 5000 уже у нас есть, хорошо. Берем эту работу. Уже загрузили нотер, это будет следующая серия. А я решил тремя роликами сделать, так что поехали. Опять воздух. Я просто у меня как бы... В смысле, что за повреждение? Ну, не важно. У меня почему-то, ребята, когда я выключаю основной моник, у меня почему-то переключается все, что на основном, на дополнительный. Кто знает, пишите в комментариях, почему так. Ехать совсем немножечко. 166 метров почти это. Просто думал, то, что вот у меня игра вылетела на дополнительный моник. И тут у меня как бы белая полоса, я думал, на записи она будет, поэтому я снял эту запись, чтобы посмотреть. Значит, где-то тоже минут 10, можно, кстати, по 10, по 15 минут ролики делать, останавливать запись. Кстати, можно и так делать, а потом их просто склеивать. Надо так и буду делать. У нас там не через сервисный центр или дорога? А, нет, у нас он где-то снизу уже сервисный центр. Вот сюда, вот в эту базу взять груз. Ну, можно, кстати, прикинуть. Мы везем в какую базу с вами. Хуй его знает, в какую. Если у нас в эту будет, то это хорошо. Вот еще палеты, газон из Питера в Питер, в ИКУ. Так, у нас сейчас база, сейчас посмотрим. Так, там можно вот так вот посмотреть. Лог-дорога авто. Где такая база, интересно-ка. Вот она, да? На L. Лог-дорог базы. Вот так. А вот она. Значит, это да. Вот у нас тут есть все это. Это из другой базы совсем. Вот у нас есть в болту аккумулятора, в принципе, можно взять будет, если останется груз. И вот сюда. А, вот еще. Нет, вот эти, короче. Посмотрим, короче, какой из них будет. Поехали, ладно. Тут устанавливаться, их надо. Так что.
историю, это я решил короткометражками ездить. Я считаю, так быстрее будет. Не мигай. Ну сейчас можешь, сейчас там мои наушники. Буханочка. Ребята, советую посмотреть канал Никитос. По-моему, так канал называется. Вроде бы Никитос. Там, короче, парень такой дичью страдает, классный. Представьте, обклеить копейку Жигули. Ладно, я тут с вами отвлекся, на красный проскочил. Ладно, блин, ну не ладно, конечно, но мог бы сейчас хорошо оттормозить, успел. 5000, ну ладно, ничего страшного. Вот. Да? Он взял. Да блин. Или же, ну, короче, он взял машину ВАЗ 2101. Ну, просто в народе это копейка, ребята. И обклеил монетами ее. Вроде как номинал 10 копеек или 20 копеек, я больше не помню, но можете посмотреть. Или как он это самое... Почему я вспомнил об этом канале, это просто сейчас буханка проехала, помните, да, в какой-то момент. Вот, и он взял, заказал в каком-то там магазине, где пекут хлебушек. Очень-очень много буханок хлеба, чтобы, ребята, обклеить. Хорошо, нам заправляться не надо. Вот. А, блин. Нам надо срочно чиниться, блин. Чтобы машину починить, нам нужны деньги. Да. Не, фритрек нужно покупать, ребята, я так думаю, ребята. Или шлем виртуальной реальности, это что лучше? Фритрек для этой игры купить или шлем виртуалки? Бушин хотя бы. Я знал, что машина не заглохла. Да, жалко, что у меня на этом девайсе не работают последние два этих. Так можно было бы жик. Короче, я, наверное, перезакажу вот этот девайс, ребята. Ну, на который я обзор делал. Который отвечает, ну, по счет которого я вот это все делаю. Ну, вот. Я его перезаказать хочу, ребята, у другого продавца. Я уж и газовать буду, ну его нафиг. Потому что что-то мне он не мешает доверять, ребята. Это я могу подарить своим подписчикам, у кого руки с пятой точки не растут. Найс. То есть он, в принципе, рабочий, ребят. То есть вот, смотрите. Сейчас, оп, сейчас надо скорость просто разогнаться. А, нам надо срочно чинить гаечки, ребята. Потому что раз через раз он заводится, запускается мотор. Вот сейчас мы сейчас разгонимся, да? Я нажму кнопочку круиз-контроля. Вот, я даже слегка нажал, но уже включилось. То есть можно как бы идти вниз, вверх. То есть
сбросить его, нажать не хочется, как бы. Вот на это можно было бы как раз назначить. Сюда можно было бы, к примеру, выкл сделать, да, допустим. Восстановить и прибавить. Видите, это вот, видим, то есть как бы всячек можно запрограммировать, например, по-моему, демонстрировать. По идее, то есть так вот я мог бы запрограммировать, чик-чик-чик-чик, попротники. Но, к сожалению, оно не работает. Как вот это двигатель наш машины. Давай, 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 родная, заводись. О, чувствую, лайки ставьте, раз она заводится, ребят. Кто верит, что мы... Ребята, как вы думаете, сколько мы будем на такой тягаче еще ездить серии? Ну, так вторая серия еще. Это даже еще первая серия, ребята. Мы на своем траке ездим первую серию еще только. Да. Щины 16 Жалко, что все-таки гараж нельзя улучшить наш. То есть можно, извиняюсь, это же чехол. Но только в улучшенном денег очень много. То есть нам надо сейчас очень долго ездить. Какой еще? А, ну так смотрите немножко. Это 24 километра осталось. По этой дороге мы, скорее всего, еще не ездим с вами. Так что, ребята, я смотрю, многим это, ну, ролик по вот этой, по этому сохранению нравится. Так что, ребят, спасибо, что впишите, давай, ТС-ку больше, но... Ребята, ну, если бы разработчики Евротрак Симулятор 2 добавили бы Россию, сделали бы DLC Сердце России, ну, только в другом названии, так сказать, не Сердце России, вам не кажется, что я немножко не туда поверну? Что-то я не туда поехал, блин, чукча. Ага. И как я туда сейчас перестроюсь, вопрос? Блин. Ладно. Благо здесь где-то разворот есть, да, смотри. С вами опять заболтался, ребята. Ну. И проехал поворот. Ну, мы сейчас... Тут недалеко бабочка. Разворот, сейчас на ней развернемся. Ну, так-то можно здесь рядом проехать по встречке, но... Нарушать так правила мы не будем ехать по встречке. Сейчас, молодец, хорошо, здесь разворотик есть недалеко. Так что, ребята, если вы хотите ролики по Евротраку, то пишите это в комментариях обязательно и просто поддержите ролик лайком, чтобы я увидел, что вам действительно интересна и ТС-очка, потому что тут такое прохождение, это вообще крутится, когда вам раньше что, можно было это, то есть как бы наездил там, сколько-то кредит взял нафиг ошалинный. Я вообще рад в жизни никогда кредитов не брал. Еще раз говорю, вот один раз хотел, блин, ноутбук где-то открыть, но у меня что-то не получилось. И с одной стороны, это хорошо. Я вообще никогда в жизни кредитов не брал и не буду брать. Значит, когда на уши, если так. Если уж так хочется, то может чуть-чуть потерпеть.
Накопить и купить. Мой девиз, ребята. Ну, вообще, давай, 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 давай. Ты же поворачиваешься, кей, давай, чукча. Вот, я считаю, что можно чуть-чуть подкопить, поддержать, продержаться. Не брать никакого кредита, нафиг это надо. И спокойненько купить вещи. Да, может быть, немножко не в тот момент, когда ты и увидел. Но я думаю, что в некоторых магазинах... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, мне надо столкнуть, дружище. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давайте его пропустим, что ли. Сообразить, нет? Ладно, спасибо, бро. Тогда ладно, я проеду. А в речке мы моргнем. Так он, по идее, бы проехать мог бы. А он все равно поворачивает в другую сторону. Ну ладно. Да-да, в чем суть? Сейчас нам надо с этой стороны не проехать. Ладно, едем. Ой. Так что, ребята, если вам нравятся ролики, пишите в комментариях, ставьте. В комментариях ставьте лайки. Блять, это сука. Нам отсюда надо. Ну да, сюда, все правильно. А то сейчас бы опять сюда проехал. Вот надо было у меня вот в такой кармашек нырнуть, ехать по этой полосе. Можно здесь, конечно, повернуть, но это отворотка в ту сторону, а нам нужно на бабочку и вниз идти. А, и туда, да. Ну да, как раз сейчас мы выйдем на ту сторону, которая нам нужна, ребята. Так что, блин, круто получилось это, прокатились такие. Ну, бывает же, блин, ребята. Все-таки не забывайте, что я, ребята, играю на старом руле. Этому рулю уже, бог знает, сколько лет, блин. Он уже все равно как бы не новенький. Это когда он новенький был, там все отличненько ходило, все эти потенциометры, шмотры, 100 метров, и все это было окей. Сейчас ему уже больше, наверное, 10 лет. Ему лет... Ну, 10 ты точно можешь, ему есть, точно не знаю, это. Если я его покупал... Когда же я покупал? А, я его покупал, когда ли ноутбук ли новый покупал. Или новый я покупал где-то в декабре, наверное, 2010 или 2011 года. Плюс-минус год, вот и считайте, сколько ему лет. Дорожное движение здесь у нас нерегулируемый, так что мы должны по идее вот так вот раз, раз, раз. Можно так, в принципе, действительно сделать. У нас это электромобиль. Видите, как мы едем? Так, вот наш база. База наша. Приехали. Так сказать, принимайте товар. Вы теперь поняли, почему я купил свой личный тягач. Ой, личный прицеп, точнее, не тягач. Чтобы мы можем спокойненько вот так вот заезжать. Чупонько останавливаться. И выгружаем, конечно, мы вот так. Это нам туда надо заехать, да, получается. Да, я уже вижу где-то. Да. А вот здесь будет посложнее. Вот это да. Да, немножко не так, надо сейчас развернулся. Тихо, все, не падай. Что-то я тут прицеп не вижу. В зеркалах. Ладно. Найс. О, у нас топлива уже мало, собственно, надо заправить сейчас.
Давайте-ка мы немножко протянем. Вот же он, блин, я его не видел в зеркало, поэтому его не видел. Так. Так, а как нам быть? Да блин, еще мотор не исправил, мне еще спать, еще бензин, все тут. Так. Да вот так мы увидим. Ну-ка. Немножко. Вот он, по-моему, да? Вижу, блядь, нихрена, на прицеп там, где он там, там близко сейчас к нему подъезжаем, слишком. Да, стоп, а мы если нам делать вот так вот сейчас. Угу. Она сейчас, короче, как-то выровняется, параллельно этому прицепу, ну, с запасом. А нихрена, не... вот, попробовать рядом вот в таком виде. Вот вы сами, кто играет на клавиатуре, на руле. Вот в таком состоянии. Попробуйте заехать. А это что-то я, по-моему, так звонил его. Не исправим. Так. Ну-ка сейчас мы сюда. Переехал, малёха. О, всё. Это. Я думаю, такая вот парковка заслуживает просто лайка, ребята. Ну, просто смотри, как я на изи заехал, не меняя вида. Чисто вот так вот. Давайте сейчас просто посмотрим. Ну, я не скажу, что совсем кристально ровно заехал, но, ребят, смотрите, как я четко заехал и ничего не зацепил. Просто лайк. Просто лайк. Сейчас нам надо взять какой-нибудь большой грузик, через заправку только придется проехать, блин. Ну, сейчас посмотрим, если там будут, останутся грузы, которые мы хотели взять, то мы их возьмем в Питер, которые... Вот они, аккумуляторы, дождались нас, ребят. Аккумулятор нам как раз тренажку дадут. Угу. Ну, повезли аккумуляторы тогда, загружаются, пусть нам загружают аккумуляторы. Сейчас посмотрим кое-что. Сейчас давайте по карте. Ну, как раз тут и ночевка есть. И заправка есть, если что. 127 километров, я думаю, протянем без этого. А интересно, ну ладно, это уже загадывать не будем. Так что давайте заводимся. Завелись, я сказал.
Так, давайте сейчас посмотрим по топливу. Ну, 46 литров. Да, в принципе, хватит, я так думаю, ребят. Ну ладно. Так что, ладно. Главное аккуратненько выехать. Так что вот так вот, ребят. Чем тут ехать-то? 120 километров, да. Слишком шумно. Вот сейчас бы не надо, чтобы он заглох. Заводись. Давай. Бля. Тут ты угадаешь, звезды. Ну, давай, 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 давай. Родная. 30, 10 и 20. Нормально. Как раз в 40 минут ролик. Это отлично. Что у нас там по сну, блин? Ну, 3 часа, 6 часов. Нормально. О, блин, у нас грузовик на 90 поражен. Что нам, блин, его починим. Тут 99. 90% тоже критично. Да. Ну, ничего страшного, мы его починим. Блин, сейчас, конечно, еще заправиться надо. Ну, сейчас тогда... А давайте-ка посмотрим, что мы же сейчас это сможем сделать, ребята, в техническом состоянии, что у нас изношено, посмотрите. И в какую цену нам будет стоить это? А замена у нас приличная. 25 кусков надо, чтобы заменить эту вещь, блин. А у нас только 10 тысяч. Вот так вот сделаем, да, к примеру. Ну, короче, 2000 можем сейчас отдать смело на ремонт грузовика, нафиг. А, если так будет делать, ну-ка. А, ну, в принципе, 3000 можно и тут потратить, чтобы у нас совсем чуть-чуть было. Видите, это, скорее всего, приравняется к 1%. А-а-а, смотрите, ребята, я предполагаю, что смотрите. Угу, то есть у нас сейчас повреждено, допустим... То есть будет 45, скорее всего, процентов повреждено грузовика, если мы так сделаем. А если мы выберем вот так. Ну, будет 30% отремонтирован. То есть весь тягач, грубо говоря, будет отремонтирован. Ладно, с этим мы сейчас разберемся. Да? Поехали. Жигули 4 модели. Да, нам, конечно, мотор бы чинить. Чего? Сейчас поспать бы. Заправиться.
Давайте-ка сейчас лучше на этом. В принципе, 45 литров, 400 литров могу по 200 километров накручиваем с вами. Блин, она чинится еще. Да, сейчас чувствую захейтерить этот ролик, что ты, да, где-то ты портишь машину и так далее. Ну, я решил так ехать. А что, зато короткометражка, мир, а сейчас можно, в принципе, заправиться немножко будет. Литров на 200, к примеру. И опять продолжить короткометражки возить. Электромобиль, ребята, вы что, не понимаете, это электромобиль. Volvo. Новый вид автомобиля. Он виден. Мы едем же. Да ладно, шучу, ребята, у нас обычный автомобиль. У которого просто мотор неисправен. Разогнались. Ну, завели. Запустили моторчик. М-м-м-м. 47 километров осталось ехать. Это будет заключительный ролик, ребят, наверное, да. Да, интересно, почему так у нас получилось с вами. Даже не знаю, как шеры назвать. Ездим на БУ Вольво, наверное, так назову. Лучше бы в ИКУ было бы взять, наверное, груз.
всем. Можно ехать на мыши, так получается. Ну ладно. Интересно, почему они едут туда. Интересно. Естественно, мы выбираем самое жесткое для нас выгрузку. Ну, здесь такая она жесткая. Там было пожестче до этого момента. Мотор не заглох, как всегда. На 65-й точку красавица. Кстати. Даже секунду не до конца опущена была. Ну ладно. Будем считать, что я как бы через стекло пролез. Давайте загрузимся. Используем топливо. Израсходуем 66 литров топлива всего лишь. И 3 косаря просто как с кустика. Давайте сейчас посмотрим, что есть, если что, на следующую серию. Если недалеко будет, тогда... Угу. Откуда мы только что выехали, с вами коробки передач есть. В принципе, давайте их возьмем. Мы их, думаю, с опозданием, конечно, привезем, наверное, да? Давайте, ребята, пока на этом остановимся. Давайте, следующая серия будет скоро, ребята, давайте.